Кишиневе открыли бюст Константина Яцко, одного из создателей системы медстрахования и надзора за общественным здоровьем в Молдове. Врач был хорошим организатором. Под его руководством начиналось строительство санатория в Сергеевке и была отремонтирована база отдыха в селе Бурсук в Неспаренском районе. Константин Яцко – автор более 500 научных работ. Татарфизическая истофила, корреспондент история университета и история первой отели. Mulțumesc pentru miile de sfaturi pentru care ne le-a oferit. Îi mulțumesc că și-a pierdut de multe ori răbdare să explice ceva, n-a renunțat și îi mulțumesc pentru tot. Un profesor despre care toată lumea spunea că era cel mai bun. Un om absolut minunat. A participat activ la evaluarea multiplelor acte normative în sistemul de sănătate, cum ar fi proiectele de legi cu referire la implementarea asigurărilor medicale obligatorii, legea cu privire la serviciul de supraveghere a sănătății publice. Профессор был почетным членом Международной академии, но сфера с центральным офисом в Москве и Академии высшего образования Румынии.